Химкинский областной суд вместе с прокуратурой округа рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина, который несколько лет уклонялся от уплаты налогов. Химчанин представлял ложные сведения о своих доходах в налоговой декларации. В 2016 году были предоставлены недостоверные сведения, в 2017 году сведения в принципе не были предоставлены, и ущерб государству составил больше 10 миллионов рублей. По данному факту в рамках рассмотрения уголовного дела городской прокуратурой был предъявлен гражданский иск о взыскании в пользу Российской Федерации указанной суммы. Дело было передано в суд. Иск прокуратуры удовлетворили в полной мере. Нарушителя суд признал виновным и назначил ему штраф в размере 250 тысяч рублей.